На семинаре собрались члены общества краеведов и архитекторы Ленинского городского округа. Каждый выступил с лекцией, посвященной теме усадеб и примыкающих к ним зеленых зон. Одна из целей мероприятия – придать усадьбе Суханова статус охранной зоны. Одна из задач нашего сегодняшнего семинара – это поговорить о том, что мы можем сделать для усадьбы. А довольно многое и мы и делаем. У нас будут выступать волонтеры, которые активно работают на усадьбе, там, борются с борщевиком, значит, занимаются уборкой территории. Стараемся придать статус особо охраняемой природной территории Сухановскому лесу, который находится в окружении усадьбы. И в 2024 году уже должны получить паспорт объект. То есть в Ленинском городском округе будет еще одна особо охраняемая природная территория, то есть заповедник. До 1929 года нынешняя территория Ленинского округа входила в состав Подольского уезда. Сейчас в границах муниципалитета сохранилась часть старых памятников – усадьбы Суханова, Валуева, Дугина, музей-заповедник Горки Ленинские, церковь Спаса Преображения в селе Остров. Член общества краеведов Галина Наумова посвятила свой доклад сохранности памятников. Чтобы знали о том, что на территории Ленинского района расположены такие интересные, известные памятники исторические. Это первое. А второе, конечно, для того, чтобы привлечь к ним внимание, чтобы их сохранить как можно дольше. Краеведы и агроэкологи работают над сохранностью зеленого пояса вокруг памятников и сохраняют культурное наследие для следующих поколений. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.